Состоялся многотысячный митинг в поддержку литовского народа и политики от правительства Литовской Республики. Вчера поздно вечером в Таллине состоялась встреча руководителей Литвы, Латвии, Эстонии и Российской Федерации. Были приняты заявления по поводу трагических событий в Литве и обращение к генеральному секретарю ООН. Борис Ельцин обратился к русскоязычному населению Прибалтийских республик.